Новости. 27 сентября. В студии с новостями Андрей Юлиан. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. ШОС поддержал Китайскую Народную Республику. США и Куба намерены открыть прямое авиасообщение. Папа Римский намерен провести в Америке встречу с нищими и заключенными. Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. Сообщается о готовности сторон организовывать консультации между профильными ведомствами стран-членов ШОС, которые отвечают за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Главы министерств решили развивать деятельность по ключевым направлениям в области торговли и экономики. Помимо членов ШОС, в совещании участвовали представители стран-наблюдателей, включая Белоруссию, Иран, Индию и другие. В качестве одной из мер, призванных расширить связи между США и Кубой, страны намерены установить прямое почтовое сообщение и открыть коммерческие авиарейсы к концу этого года. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press. В январе этого года Обама смягчил ограничения, касающиеся путешествий на Кубу и экспорта электроники. Однако прогресс в развитии отношений сдерживается бюрократическими процедурами и американскими законами. Что касается вопроса технологий, телекоммуникационное оборудование еще не стало доступным для всех кубинцев, и даже не все правительственные учреждения имеют доступ к интернету. Было добавлено, что новые правила, которые предложит администрация Обамы, должны улучшить условия для туризма и ведения бизнеса. Представители Вашингтона и Гаваны надеются разрешить существующие разногласия до окончания президентского срока Обамы в начале 2017 года. Папа Римский Франции намерен впервые провести специальные встречи с самыми социально неблагополучными жителями страны – нищими, обездоленными и заключенными. Об этом пишет газета New York Times. В Вашингтоне, Филадельфии, Нью-Йорке, который посетит папа во время поездки, у него запланированы 7 мероприятий, во время которых он будет общаться с самыми обычными людьми. С понтификом, как ожидается, смогут встретиться около 900 американцев. Между тем, службы безопасности готовятся к усиленному режиму, так как в города, которые посетит Франциск, устремятся тысячи людей из других частей страны и много иностранцев. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 27 сентября в 1601 году родился король Франции Людовик XIII, прославленный по роману Александра Дюма «Три мушкетера». В этот день, в 1954 году, появился на свет американский программист Ларри Уолл, создатель программного языка Perl, благодаря которому стартовал Yahoo, Amazon и миллионы других сайтов. Сегодня свое 37-летие празднует Ани Лорак, украинская певица, занявшая второе место на Евровидении 2008. 27 сентября ООН отмечает Всемирный день туризма, православный мир – возрождение креста Господня, а Киргизия – день донора крови. В Библии о жертвенности сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.